Вот получаем знания, пока еще не размявшись. А нужно зарядиться? Да, давайте это сделаем вместе с нашими гостями. У нас в студии сегодня тренеры по брейк-дансу. Брейк-дансеры. Дарья Колтакова и Эльмира Баймухаметова. Здрасте. Здравствуйте. А мы почему вас пригласили? Потому что вы утверждаете, что брейк-дансом можно заменить нашу зарядку привычную. Так ли это? Я думаю, что да, можно. Потому что в брейк-дансе присутствуют элементы разминки, и их можно станцевать под музыку, и это весело. Ну а всем ли можно танцевать брейк-данс? Есть какие-то противопоказания? Есть противопоказания, но если грамотно подходить к тренировкам, то можно всего избежать. Давайте прямо сейчас грамотно подойдем к тренировке. Показывайте нам разминочные движения. Мы попробуем на этом ограниченном пространстве за ним повторять. Хорошо. Прошу вас. Да, мы готовы. Мы готовы. Вот давайте сюда. Хорошо. Вот так расположимся. В линеечку. Мы готовы повторять. Рак за макрофон. Давайте. Хорошо. Первое движение будет называется крис-кросс, потому что оно делается крестом. Первая нога становится раз. Ух. Вот нет, не на пятку. Нет, на полную стопу. На полную стопу. Дальше. Отлично. Два обратно. Два. И три. И четыре руками обратно. При этом, и четыре обратно. Руками открываем и закрываем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прекрасно смотришь. Я не попадаю. Хорошо. Немножко в вашу группу. Нет, так, все замечательно. Ага. Хорошо, следующее движение это сальса. Почти... Сальто? Сальса. Немножко другое, да. Да, почти. Делаем кик вперед. Кик это типа как удар, да? Да. Как бы пнуть кого-то. Подставка. Вот, и нога в сторону. В сторону. И с другой ногой кик подставка в сторону. А теперь вместе с руками, если мы делаем вперед. Мы еще пока без рук не научились, ну ладно. В стороны. И вперед. Вперед. И в стороны. А если чуть быстрее, можно попробовать? Конечно, можно. Чем смешнее, тем лучше. Так, издевайтесь над нами. Хорошо, готовы. 5, 6, 7, 8. Раз и два. Три и четыре. Скажите, а можно какие-то звуки при этом издавать? 6, ну, там, рэперские. 7 и 8. Вот, да, конечно. Эльмира, только я не умею битбоксить. Эльмира, давайте вы там, е-е, там, что-нибудь такое. Вот, да, вот это нам нужно. Вы раз-два, а вы е-е, е-е, ага. В принципе, это для любого возраста, да, такая да. зарядка? А вот то, что мы не можем повторить, можете что-нибудь показать такое вот из брейк-данса, скажем то, так? То, что вы не сможете повторить, можем. Мы это не могли повторить так-то. Могу повторить. Надо отойти. Давайте, зарядите нас своим позитивом. Хорошо. И давайте. Эльмира, озвучивайте. Йо-йо-йо. Какие у вас руки накачанные, Дарья. Ну, это обязательно. А можно потрогать мускулы? Можно. Ну, напряги. Да, ну вот почти как у меня. Спасибо вам большое. Начинайте ваше утро не с привычной зарядки, а с брейк-дансом.